Дорогие друзья, мы всегда рады видеть вас в наших экипировочных центрах в Москве и в магазинах наших партнеров. Но, к сожалению, в России, да и во всем мире, очень сложная ситуация. Борьба с новым вирусом требует соблюдения мер безопасности. Закрываются торговые центры, рестораны и кафе, спортивные объекты, музеи, театры, предприятия. Мы очень ценим безопасность наших покупателей и наших сотрудников. Самое важное, что у нас есть, это наше здоровье и здоровье наших близких. И поэтому на период карантина все наши экипировочные центры будут работать в режиме онлайн. Мы осуществляем доставку по Москве и всей России. Вы можете сделать заказ на нашем сайте в любое время. У нас удобный интерфейс, подробное описание товаров и размерный ряд. Наши специалисты также всегда готовы проконсультировать онлайн или по телефону по любому вопросу. Если вдруг вы ошибетесь с размером, не беда. Вы всегда сможете обменять товар на нужный размер. Мы подготовились, и на складах достаточно товаров вашей любимой марки 5.11 Tactical. Не стоит унывать. Проведем это время с нашими близкими, больше общения и больше внимания самым дорогим людям. Ну, а если в это время вам понадобится удобная и надежная функциональная одежда 5.11 Tactical, вы всегда можете на нас рассчитывать. Для того, чтобы вам было удобно пользоваться нашим сайтом, и вы знали обо всех его возможностях, мы решили сделать обзор-навигацию по нашему сайту. Позвольте на своем примере рассказать, как я делаю заказы на сайте. Мы набираем taktec.ru, открывается наш сайт taktec.ru. Сразу же мы можем увидеть все ссылки, как заказать, как оплатить, наши контакты, условия доставки и даже наши новости. Я обычно пользуюсь поиском напрямую, потому что я посмотрел обзор брюк Apex и захотел их купить, и посмотрел новинку, это кроссовки Atlas Trainer. Я набираю в поисковой строке или артикул, если я его знаю, или фрагмент слова. Я выбираю брюки Apex и пишу в поисковой строке искомое слово Apex на латыни. И сайт предлагает мне товары, где содержится это слово. Я выбираю брюки Apex. А теперь я хочу выбрать цвет. Мне нравится цвет вулканик. Я нажимаю на квадратик с цветом вулканик. И выбираю свой размер. Мой размер 32-34. Если у вас возникли трудности с выбором размера, вы можете нажать на ссылку «Таблица размеров». Она откроется в новом окне, и, измерив свои параметры, вы можете всегда подобрать наш размер. Я уже знаю наш размер и выбираю 32-34. Нажимаю кнопку «В корзину». А дальше я хочу продолжить покупки. Я нажимаю «Продолжить покупки», потому что хочу еще купить ботинки Atlas, кроссовки. Выбираю обувь, выбираю спортивное и выбираю кроссовки Atlas Mid. И хотел бы купить их в черном цвете. Черный цвет у меня уже выбран. И выбираю размер 9,5, что примерно соответствует 43-му размеру. Дальше я нажимаю кнопку «В корзину» и перехожу к оформлению заказа. Я открыл, но вдруг я вспомнил, что мне необходимо еще купить футболку. Я захожу в каталог «Одежда» и выбираю под каталог футболки. Мне необходимо купить футболку «Каталист» с длинным рукавом. Я захотел купить черного цвета, выбрал размер «М», но его нет в наличии. Когда товара нет в наличии, кнопка «В корзину» превращается в кнопку «Уведомить по поступлению». Нажав на нее, я могу ввести свой телефон или электронную почту, нажать «Отправить», и когда этот товар придет, мне придет уведомление или СМС, или на электронную почту. Ну, раз нет, так нет. Заказываем то, что есть. Итак, я перехожу в корзину, вот кнопочка, нажимаю «Оформить заказ» и ввожу свои данные. Чтобы наверняка посылка дошла до меня, я ввожу все свои данные полностью. Ввожу email. И сайт предлагает мне авторизоваться так, как я уже совершал покупки. Я ввожу электронную почту и свой пароль. Нажимаю «Войти» и продолжаю оформление заказов. Я предпочитаю оплачивать наличными курьеру. Но мои друзья любят оплачивать это через
карточкой через сайт. Тогда я выбираю оплату Робокассы. Далее я выбираю доставку, или доставка по Москве, или доставка в регионы. И нажимаю «Оформить заказ». Заказ сформирован. Вы видите ваш номер заказа и когда он создан. Теперь вам остается только ждать звонка от нашего сотрудника. Здравствуйте. Да, это я заказывал. Да. Да, я хотел бы выбрать доставку до порога и оплату курьеру. Все, жду. Спасибо. Вот так легко и просто я смог сделать заказ на сайте taktek.ru, чего и вам желаю. Помимо того, что на нашем сайте вы можете посмотреть товары, вы можете увидеть ссылки на наши соцсети, которые мы активно ведем. В них вы можете увидеть самые последние новости. Прямые ссылки на них есть как в левой части экрана, нажав вот на этот значок и выбрав, так и в самом нижнем углу сайта с правой стороны. На нашем сайте предусмотрены две формы обратной связи. Первая – это онлайн-чат, где вы можете задать онлайн нашему специалисту любой вопрос, а также заказать бесплатный для вас бесплатный звонок, нажав на зеленую трубку в нижнем правом углу сайта. Итак, мы вводим номер телефона, нажимаем «Позвонить мне» и ожидаем звонка. 24 секунды. Попробуем. Время пошло. Алло. Вы знаете, у меня остался еще вопрос. И я воспользуюсь нашим онлайн-чатом на сайте. Когда у вас ближайшая поставка? Отвечает на вопрос не бот, а реальные люди. И чтобы вы нам поверили, я сейчас вам их представлю. Это Роман, наш специалист по интернет-продажам. Он все ваши посылки отправляет он. И что еще, Рома? Поздоровайся со всеми. Здравствуйте. Отвечаю на ваши вопросы в чате, на телефонные звонки, по статусам заказа и все ваши любимые вопросы. А это наш сотрудник, продавец высшей категории Денис Кулак. Он отвечает на ваши телефонные звонки и принимает покупателей на Бауманской. Всем привет. Друзья, надеюсь, эта инструкция была полезна для вас. Заказывайте одежду марки 511 Tactical на сайте taktek.ru. Обращайтесь за помощью к нашим специалистам. И кроме того, не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч!